Всем привет! Ну что, как обещал, записываю видосик с акцией, в которой вы сможете получить бесплатно, ну скажем так, ну не то что бесплатно, надо будет кое-что сделать, но ничего плохого. Некроса, Вольта и третье место будет, скорее всего, пак за самые, ну утешительный приз, я пока насчет третьего места не решил. Но первое 100% получит донатного героя Некроса, второе получит Вольта и третье будет утешительный приз. Какие условия акции? Вы должны быть подписаны на мой канал, также должны будете сделать репост данного видео, поставить лайк. Под данным видео, которое вы сейчас смотрите, вы должны будете оставить свои контактные данные, то есть как с вами связаться, чтобы я мог вам отписать в случае победы. Также оставить сеть, куда вы делали, ну то есть социальную сеть, куда вы делали репост этого видоса. Помимо этого, вы должны будете сделать 3 репостика видосов с китайки, то есть с моего второго аккаунта, где я играю, который я прокачиваю специально для того, чтобы многие с подписчиков видели, как качать донатный аккаунт, с чего начинать и, в принципе, не теряли зря время и ресурсы. То есть вы должны будете сделать 3 репоста вот с этого плейлиста. У меня есть плейлист специально, он назван «Второй акт Китай». То есть там я вылаживаю периодически видосы про второй мой аккаунт, по прокачке героев, то есть разные варианты там прохождения локаций, прокачки героев, ну все, что можно как бы делать на обычном аккаунте, я стараюсь для вас заснимать и показывать это. То есть что вам надо сделать? Репост этого видео, коммент именно под этим видео с этой акцией, то есть от меня. Также еще 3 видео, которые на ваш выбор, то есть вы, которые вам понравились именно с этого плейлиста. Потом через 2 недели, то есть сегодня, грубо говоря, там конец месяца уже, да, будет, ну плюс-минус, через 2 недели, то есть в середине следующего месяца будет определяться приз за третье место, через 3 недели будет определяться приз второе место, то есть тот, кто получит Вольта, и через 4 недели, то есть в конце месяца, будет разыгран главный приз, то есть человек получит Некроса на свой аккаунт, ну плюс самоцветы, соответственно, второе место тоже получит Вольта самоцветы. Как собирать будем, я еще посмотрю, то есть лучше всего, конечно, это будет базар, потому что вы получите кучу плюх, плюс самоцветы, возможно, еще и будут... Плюс должны будут еще... Короче, похрен, что забыл. Суть, короче, вы поняли, что надо сделать. Вы получите плюхи, получите, возможно, Минотавра. Посмотрим, как оно получится. То есть первое, второе место. Будет куча плюх. Возможно, мы паролим на этих аккаунтах. То есть как бы от вас ничего сложного не требуется. Ну а дальше уже все будет зависеть только от рандома и от вашего везения. Насколько вы будете удачливы и как вам повезет в рандоме. Вот, в принципе, вот так вот. Особо какие-то там условия менять думали насчет призов. Не знаю, на мое как бы усмотрение, лучше всего, даже если там в аккаунтах есть топовые герои, там не хватает кого-то, получить донатных героев, которых человек не выбит. В случае, если у человека там, допустим, есть уже Некрос, там либо есть Вольт, я просто пересмотрю правила, потому что как бы тут такая акция. Возможно, просто второго соберем. То есть напишите в комментах, кто хочет, что вы думаете по этому поводу, если уже есть эти герои, то есть на аккаунте. Либо будем выбивать их повторно, либо достанем каких-то недостающих. То есть тут как бы опять же на ваше усмотрение будет. Все будет зависеть от ситуации уже. Поэтому бомбите, не бомбите. Акции я делаю редко из-за того, что очень много потом
Горящих пуканов бомбит, я не выиграл, я должен был выиграть, ребят. Есть три победителя и больше как бы никого, поэтому я не собираюсь там заморачиваться с определениями. Через две недели будет третье место, через три второе, и через месяц будет первое, главный розыгрыш и, соответственно, призы. Поэтому все зависит только от вас и от рандома, как вам повезет. Если будут красавчики, которые думают, что они там создадут кучу аков и начнут с них закидывать одни и те же, так, сейчас, одни и те же ники, там аккаунты, этого не будет, потому что я буду чисто проверять все перед тем, как будет розыгрыш, чтобы не было никаких повторений. И самое основное, в комменте, который вы будете оставлять под данным видео, вы должны будете написать свой ник основной. То есть аккаунт, ник аккаунта, на который будет закидываться. Не надо мне там силу писать, там что, сколько, чего. Просто делаете, красиво оформляете под видосом коммент, то есть пишите, куда вы делали репост, как с вами связаться, ваш ник в игре. Все. И потом мы уже во время определения будем разбираться, что и как. То есть не надо там спамить с разных аккаунтов одинаковые ники, там одинаковые заявки кидать. Если я вижу, что у человека с одного аккаунта там два репоста, я просто удаляю эту заявку, и он больше не участвует, просто блокирую. Поэтому как бы относитесь к акции и к другим игрокам с уважением. Рандом есть рандом, и как бы я хочу, чтобы это было все по-нормальному, а не как обычно начинается трэш, я не выиграл, я должен был выиграть, почему не я, начинается бомбежка у школьников. Поэтому дерзайте. Надеюсь, каждому с вас когда-то повезет, но это не точно. Все, всем пока.